Мои маски самые лучшие и эффективные, потому что они легко омолаживают лицо на 10, 20 и даже 30 лет. И сегодня я подготовила для вас рецепт маски с мощным отбеливающим и подтягивающим действием. И чтобы сделать маску, которая помогает от морщин и пигментации, необходимо взять 1 чайную ложку геля алоэ, 1 ампулу экстракта алоэ и 1 чайную ложку мази календулы. Перемешайте все компоненты до получения однородной консистенции. И потом нанесите эту маску на все лицо, шею, декольте и под глаза. Через 20 минут смойте маску чуть теплой водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 2 раза в неделю. Только перед первым применением новой для вас маски, пожалуйста, не забудьте сделать тест на аллергию на сгибе локтя.